Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racer 2. Гонка, весенний город. Давай, поехали. Ну, естественно, не на этой машине. А поедем мы с тобой бесплатно. Так, бесплатно повысить ресурсы нашему мотоциклу. Но мне нужно вот здесь вот что-то, я не знаю, как мне здесь быть. Но надо нам что-то здесь предпринять. Что мы можем с тобой поставить, чтобы нас... Да, наверное, ничего. Так, погоди, я что-то убрал? Зачем я это сделал? Скажи-ка мне на милость. Ну что, поехали. Весенний город на старт. Внимание, как говорится, марш. Так, стартанули неплохо. Кто-то мне говорил, Рэй, едь на самой прокачанной тачке. Вот у меня самая прокачанная тачка на данный момент. Это именно вот джипарик этот. Но опять же, побрякушка слишком силен. У него хоть и такая же машина, но, по-моему, она прокачана намного лучше, чем моя. Не знаю, у него ее почему-то не мотыляет. Мою, как ты видишь, мотыляет... Что даже хуже не придумаешь. А у него она едет плавненько. Здесь-то, конечно, мы с тобой первые места занимаем. Тут, в принципе, ничего сложного нету. Может быть, нам противовес поставить? Я не знаю, попробовать. Тихо, тихо, тихо. Твою налево, ну, ты понял, да? Свернул шею мой водитель, врезавшись в потолок. Очень хорошо ее заносит. Постоянно передок у нее поднимается. Там же есть у нас утяжелитель, насколько я помню, который не дает вот как раз поднимать тачку именно на заднее колесо. Сейчас мы с тобой проверим. Но, по-моему, это не для нашей машины. Я могу, конечно, ошибиться. Так, еще один, да, заезд у нас. Это последний, четвертый. Тихо ты! Господи, ну зачем же ты так сделал? Ё-моё. Да, к сожалению, я второй. Еще дальше отъехал, чем мог. Лучше не придумаешь. Так, ну что, гонка. Давай-ка я все-таки посмотрю. Если я вот это уберу, а вот это вот поставлю. А где прочитать-то про него, я даже не знаю. Увеличьте урон, наносимый разрушаемым объектом. Вот как ты это можешь понимать? Увеличь урон. Видишь? По крайней мере, тачку эту. Воу-воу-воу-воу-воу. Повезло. Нет, конечно, закидывает, как обычно, но, по-моему, не так сильно. Как тебе кажется? Да ну! Трындец какой-то, просто трындец, ребят. Офигеть. Так ехал хорошо, и на тебе. Обделался на ровном месте. Такая трасса неплохая, да? Смотри. Давай, давай, едем, едем, едем. Так, здесь перелет. Отлично. Ну, здесь-то мы с тобой первое место берем. Шикарно. Кто-то мне говорил, Рэй, возьми багги. Багги типа топчик. Ну, не знаю, ребят, какой он там топчик. Багги опять же нужно прокачивать. Это опять целую кучу денег. Ну, ты сам понимаешь. Мне вот интересно знать,
Ого. Уже на хвосте. Стоило только немножечко, немножечко отвлечься, уже все, ребят. Уже тут как тут партизаны. Так. Да ладно, я еще и третьим пришел. Да зашибись вообще. Хуже не придумаешь. Я еще дальше отъезжаю, да? Ну, естественно. Блин. Ну ведь не крылья же брать, а? Планирование в воздухе. Ускорите мощности после успешных переворотов. Давай попробуем на крыльях полетать. Ну, мне кажется, это вряд ли что-то даст хорошее. А где крылья-то? А, ого. Это и есть планирование. Грубо говоря, мы с тобой просто долетели до финиша. Газанули. Тихо-тихо-тихо, не надо там. Отлично. Да куда ты? Твою налево, ну как так-то? Вроде нажимал все правильно, блин, и все равно, ребята, машина моя не перевернулась. К сожалению. Давай, давай, давай. Пока все хорошо, ребят, первое место. Ну тут как-то быстро у нас получилась езда, на самом-то деле. Угу. Так, давай-ка мы с тобой вот так сделаем. Поехали. Может быть, нам взять мотоцикл? Надо к нему, в принципе, как бы привыкать. К большому-то счету, да? Лети, 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 лети. Да ёпарсете, ну надо же вот так вот. Не знаю, мне кажется, надо выбирать этот полет. Чёртовой бабушкины клички, а? Как ты думаешь? На снегоходе. Чувак на Буране там, ты видел? Ух, повезло, я же думал, сейчас черепундель-то нам размажет. Но, слава богу, обошлось. Аккуратненько, аккуратненько. Да тихонько ты. Что ж тебя так подбрасывает-то, а? Нормально. Тут хорошо получилось. Но все равно я третий почему-то. Эть. Трындец. Мне надо выбирать эти колеса. Точнее, крылья. Мне они не нравятся. Это как это ерунда. И лучше возьмем, наверное, с тобой байк. Тут бесплатно. Так, что мы можем сделать? Движочек. Улучшим. Так, и бесплатно можно прокачать подвеску. Ну что, поехали. Я, правда, к этому мотоциклу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да вы серьезно, что ли? Так. Слушай, как-то странно, но я стал первым. На этом байке. Движок прокачан. Что нам еще надо прокачать? Ух, ё-мо, я думал, сейчас перевернемся. Что такое? Слушай, очень странно, но я финишировал первым и улетел куда-то непонятно куда. Отлично, может быть, если мы с тобой привыкнем к нашему байку, это будет вообще круто.
Опа, ты видел, как я делаю? Опачки. Ёпрсете. Вот когда ты уже так летишь вниз головой, то шансов на выживание практически ноль. Там такое ощущение, что кто-то тоже на байке, или мне кажется, не? Да, на байке, но какой-то другой байк, если честно. Ну... Да, дрифт. Что-то мне кажется, что это, ребята, боты. Я с этим дрифтом уже вначале воевал. Теперь опять он тут взялся. Я больше уверен, что это тот самый дрифт. Так, звезда, хотя... Ну, ребят, первое место, отлично. Деньги, деньги нам нужны. Чтобы заработать деньги, нам нужно... Кстати, да. Мы с тобой можем что-то поставить. Увеличение мощности с повышением потребления горючего. Быстрый переворот в воздухе. Активный ракетный ускоритель. Ну, по-моему, у нас уже такая штука стояла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Ты гляди там, чувак, а? Зашибись. Если я не ошибаюсь, он подпрыгнул куда выше, чем я. И он остался целым, а я... А я себе свернул шею. Где, спрашивается, справедливость? Да, что-то этот джипарик меня тут сделал практически на изи. Если посмотреть. По-моему, я зря эту штуку взял, потому что горючее у меня заканчивается. Сейчас еще. Да, второе место. Так, ну что, попробуем. Попробуем все-таки. Да опять ты, а? Вообще параша полная получилась. Нет, на самом деле это фигня, ребят. Мне не нравится. Что мы с тобой взяли? Бредятина какая-то. Убираем вот это вот. Ускоритель мощности. Вот это вот, наверное, только взять. Че, попробуем? Блин, ну... Такой, не знаю, очень глубокий омут. Вот только в глубоком омуте мне тут и кататься. Не, друзья, тут... Так, кто-то один там развился, я вижу. А чё это не все? А что с ним случилось, я не понял. То же, что и со мной, походу, дело, да? Свернули шею себе там. Нет, надо зарабатывать деньги на моем драндулете. Но не на этом байке, это точно тебе говорю. Он вообще ехать не хочет. И опять то же самое. Смотри, они опять что-то все зависли. Ну едь ты давай, господи, ну... Вообще не хочет ехать без своего пузыря, а? Ты посмотри. Да ладно, неужели? Так, второе место. Первое даже. Это вообще он Давидыч или кто там, я не знаю.
вообще меня шутя уделывает. Не напрягайся, они все на первых местах уже, все. Я тут один. Отстающий. Слабое звено, так скажем, да? Не надо дурковать. Давай потихоньку, потихоньку. Этот откуда приземлился, я так и не понял. Сверху откуда-то упал. И опять, да? И опять он меня... Трындец ушатывает. Так, я на втором месте. Вот он я. Я так и буду топтаться с места на место, да, получается? Все, короче, берем свою машину эту. Вид. Возьмем вот так вот. Вот так. Во! Оптимальный вариант, друзья мои. С мусорным бачком на голове. Самое то, что нужно. Ну ты посмотри, как мы тут, а? Лихо же. Конечно, лихо. А то на этом мотоцикле, ну вообще. Нет, ну если его, конечно, прокачать, то, наверное, будет намного круче. А сейчас... Сейчас вот эта машина рулит. Ведь это ничего страшного. Но нам все-таки нужно деньги зарабатывать. Поэтому, наверное, мы сейчас пойдем здесь сделаем заезд и пойдем бить рекорды. Ух. Так, полетели. Давай, 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 давай. Подгазовываем. Тут летим. Ну, допустим, даже так. И финиш. И есть контакт. А что это оленю языки подоставали тут? Газуем. О, автобус сразу... Я думал, он перевернулся, но нет. Залетай, залетай, залетай! Фу, ну, по крайней мере, не разбился. Отлично, и здесь не разбились. А значит, все шансы. На что, на победу, надеюсь. Ладно, фиг с ним. Пускай я приехал вторым, но по итогу-то я первый. Блин, босяцкие ребята уже встречают меня. Это посмотри. Так, магнит. Ускоритель дым. Да он меня сделает. Пойду-ка я, наверное, в приключение куда-нибудь схожу. Так, подожди, даже не в приключение. У нас событий есть какое-нибудь новенькое, нет? Вот это что у нас тут? Гараж вступить. Гараж. Так, а это что у нас такое? Я что-то не могу понять. Оставшееся время. А что это я тут? Собираю. Какое интересное, а? Подарки, все дела. Неплохо. Блин, там была рама. Нет, 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 нет. Друзья мои. Повтор. Так, а теперь почему-то уже с противниками. А почему до этого без противников я был, не понял. В чем приколюха? Детали для тюнинга. 5 из 17. 6.
Так, главное где-то тут не лопухнуться. Аккуратненько. Тихо, не надо вот так вот сильно слишком газовать. У меня еще и колеса такие стоят, которые как раз по снегу, чтобы, да, можно было ездить. Давай дальше. Так, мы опять там с кем-то, нет? Да. Газуем, 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 газуем. Блин, они меня отвлекают. А сколько будет длиться-то вот это? Короче, я еду самый последний. Я серьезно говорю, самый последний еду. Что у них за ускорители такие стоят? Вот объясни мне, а? Что вот так вот они едут, блин? Я последний. Зашибись. Так, что тут у нас? Мультигеймер какой-то на первом месте. А, тут оставшееся время. 6 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Водитель разбился. Блин, я даже в тройку не вошел, а? Представляешь? Так. Ну, зато я заработал 1000. Внешность. Ага, нужно 10 этих звездочек получить. Чуть-чуть мне не хватило. Так, я опять вступил, да? Поехали. Первый заезд, почему-то ты играешь один. А, я, наверное, понимаю, почему. В первом выясняется, на каком ты месте будешь. Наверное, да, скорее всего. И знакомят тебя с трассой. Но трасса тут, я тебе скажу. И как? Как? Да как тут заехать-то на нее? Ё-моё. Зашибись. Доигрался. Да. Вот здесь же, да, по-моему, где-то. Да ё-моё, ну чё за... Ну все, ребят, застрял, короче. Не выехать. Вообще никак. Зашибись. 39-е место. Как он-то на своей вот этой драндулете не мог... Как ты делаешь это, а? Не упади туда, блин. Все-таки разбился. Не финишировал. Не знаю я. Почему ты не летишь-то? Да. Хуже даже придумать нельзя. Трассу, блин, на которую просто встрял, ребят. Встрял как нубас полный. Ну
Ну и как? И как ты тут вот здесь? Я смотрю, тут только одна машина. Причем она может и так ехать, и переворачиваться. Интересно. Я же не получу, да? Нет, я получил, друзья мои. И внешность, новый костюм водителя. Так, тут... Ага. Только будь здоров, да? Билетики отстегивай. Поехали. То есть можно полностью собрать здесь сет. А вот то, что мы вот это с тобой собираем, это... Ого! Эй! Чё? А чё случилось-то? Набрал какой-то дребудени. Так, вот это вот не надо брать. Крылья, крылья пригодятся. Ай, зачем ты вот это взял-то? Ускоренная трата, да? Но я зашел первым. И это хорошо, ребят. Дальше. Короче, вот ту не надо брать, которая турбина. И все. Вот где? Вот, вот эту вот. Пускай ее берет кто-нибудь другой. Нам, как говорится, и без нее хорошо. То, что мы крылья свои не взяли, вот это плохо. Давай, 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 подгазовываем, подгазовываем. Так, замечательно. Еще финишировал. Так, какое место, где я? Воу! Второе место, серьезно? Так, вот здесь вот аккуратненько. Давай, 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 родной мой. Взяли с тобой все, что нужно. Все подарки забираем. И финишируем. Слушай, я на первом месте. Нет, на втором. Кто-то меня там все время сдвигает. Ай, зачем же взял такую ерунду? Аккуратненько, аккуратненько. Водитель разбился, но тут сеанс закончен. Да, на втором месте все-таки. Как он на такой вот трахоме мог взять первое место? Скажите мне, пожалуйста, а, ребята. Как ты умудрился взять? Так, крылья, фляг. Ну что, еще сколько у нас вообще билетов-то? Я не могу понять. Я не вижу. Сколько этих билетов у нас? Тихо ты, куда ты? Как чумовой ты летишь? Аккуратнее, аккуратнее, пожалуйста, тебя умоляю. Не надо вот эту штуку брать. И все-таки взял. Ну и как тебе такой расклад? Слушай, ну я сразу вторым стал. Зато я сразу стал вторым. Где эта пакость? Она где-то здесь вот лежит. Так, магнит пригодится. Что-то нахапали с тобой, нахапали там всего. Так, нитро. Вот она. А-а-а.
И как ты видишь, у нас заканчивается горючее, да? Да, наверное, сейчас я зашибись, сразу улетел. И вот это все вот из-за этой ерунды, которую мы с тобой хватаем. А хватаем мы ее именно, когда подпрыгиваем с трамплина. Ее просто невозможно не взять. Вот здесь, да, по-моему, она? Нет, не здесь. Вот тут, смотри. А он ее, гад, перелетает. Да ты будешь вставать-то на колесо, дебилой ты, блин. Вообще 20-е место, ребят. Ну как вот он включает... Как он включает себе вот этот режим? Я не понимаю. Он шпарит как сумасшедший. Видишь, он сразу... Почему у меня не активируется эта фигня? Не знаю. Да, время кончилось, я так понимаю, да? Сеанс закончен. И что я там, 27 место? Конечно, куда я тут зайду? А начиналось все очень хорошо. Так, денег заработал? Чуть-чуть, буквально капельку, да? Самую. Так, кубки. Кубки — это одно. Сундук. Оу. Ну, это совсем другое дело. 24 тысячи. Нам нужно проехать. А как я тут должен проехать? Вступить не могу. Премиальный пропуск. Это мне не нужно тоже. Так. Гонка. Ну что, надо идти на кубки. Мотор, турбо, сцепление, подвеска. Я не знаю, ребята, мотор. Мотор я взял. Побрякушка это. Ну ты посмотри, мне опять вот это вот начинает. Вроде бы, вот, наверное, еще бы разика 3 прокачать нам движок. И, возможно, было бы нормально все. Ну, отстаем совсем немножко, буквально на 2 секунды, ребят. Понимаешь? Или сцепление, или что-нибудь из этого. Уже почти, ребята, почти на хвосте у него сидел. Ну, ты сам видел, да? И стартует он намного лучше, чем я. Даже сказал, идеально. Старт у него идет, в отличие от моего. Водилы. Ну, тут вообще, можно сказать, там на секунду отстал. Вот сейчас неплохо мы стартанули. Слушай, неужели старт решает все? Ну, может быть, не все, но многое, мне кажется. И
Я где-то там заплутал, и на этом он меня обогнал. Замечательно. То есть, вот как ни крути, все равно тебя здесь обгонят. И опять назад. И вот это вот тени толкай будет продолжаться вечность. Так, сколько у нас тут звезд-то? 149. Почему тут так мало? Давай-ка пропустим. Поехали. Погоняем маленько. Интересно, а первая часть... Интересно, друзья мои, или нет? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Стоит вообще в нее поиграть? О, мы даже в горку подняться не можем, представляешь? О, ты серьезно? Короче, ребят, ну, я специально разбился, но потому что это не дело. Это просто не дело. А тут на какой? Именно на этой машине? Нет, тут можно на любой. Подожди-ка. А если я возьму, к примеру, вот эту тачку? Нет, не эту. Вот. Побьем, например, свой старый рекорд. И что из этого получится? А побьем ли мы? Ты серьезно, блин? Нет, это не считается. Так, сам с собой, да? Трындец, не так, не сяк, а? Подожди. А что, мне ее нужно купить, эту вертушку? Подожди секундочку. А разве ее... А почему я не купил ее? В свое время я не могу понять эту вид. И баги для песка не куплен у меня. Ха. Интересно. Девки пляшут. Ну-ка, давай проверим. Слушай, ну эта вот машинка вообще послушная. Посмотри. Просто идеальный ход. Достаточно один раз нажать, и она сразу встает на колеса. Давай. Че, вообще круто. Ну, ехать на ней против этого, мне кажется, не стоит, да? Или стоит? Не стоит. Все равно он сможет победить. Эть. Воу. Прикольно. Я даже не ожидал, что оно встанет на колеса. Я думал, разобьется. Так, 11 тысяч. 11 300. Опа. Еще копеечки в карман. Ну ты посмотри, как она себя идеально ведет. А вот тут, да. Тут разбились мы. Но, тем не менее. Это что, нужно вот это вот всю трассу пройти? Фигеть.
Фига себе, нет владельца. А где звезды-то вот, чтобы тут посмотреть? Так, первопроходец скаунт. Достичь первопроходец скаунт, чтобы разблокировать зиму. Нужно 50 тысяч звезд. А у меня всего лишь что тут? Гора. Поехали. Ой, я как вылетел вообще. Ить, и раздавила бедолашку. Угу. Так, а если я, например, возьму... Нет, трактор не хочу. Ну вот это вот. А там увеличение денег или увеличение звездочек в двукратном размере, если посмотришь рекламу. Так, слушай, хорош. Ты должен. Ты можешь. Зашибись. Доски все эти сломал. Танки грязь не боятся. Такая трасса заковыристая, ты посмотри. С прыжками, с трамплинами, со всякими, да? Я еще и горючее не взял. По крокодилу проехался. Как тебе такой расклад? Просто проехался по крокодильчику. Так, тут горючее возьмем. Так, заработали сундук с тобой. Первый. Давай, 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 вставай. На колеса, правильно. Зашибись. Все пролетели. Так, бьем рекорд. Видимо, наш. Ну ты посмотри. Трасса, блин, называется. Ну вы серьезно, что ли, блин? Да я в шоке просто. Вот и все, ребята. Вот и все. Да. 1500. Так, фермер. Смотреть видос. Ну, 3000 монет. Кстати, вот это нормально, да? Что это такое? Нет, спасибо. Блин, 10 тысяч звездочек. Как же мне их набрать-то? Ржавый риф. Самое большое расстояние мы вот здесь проехали, да? 2676. А давай вот здесь покатаемся. Давай посмотрим, что вот это у нас умножается. Деньги, по-моему, да? Так, ну что, заодно и проверим, что же у нас будет все-таки увеличиваться. Ну да, по-моему, как бы денег побольше стоит, да? Ну, так оно и есть. Вместо одной кучки по две кучки идет. Ну, это разве деньги? Копейки, сущие причем. Так, мы идем на побитие рекорда. Сейчас. 200 метров. Не врезаться бы где-нибудь. Тихо ты. Ну, 60 метров. Вот здесь мы врезались, походу, дело где-то, да? Или что? Мы уже побили, да? Получается, рекорд точно побили. 17 тысяч. Это мы с тобой купим, знаешь, на что деньги? На прокачку нашего автомобиля. Супер дизель. Так, аккуратненько, аккуратненько тебя заносит, как... Тихо. Так, ну что, мы рекорд вроде бы
побили наши. Но это еще не конец. Так, 500. Всего лишь 500 звездочек мы получаем. 600, этого мало. Бонус за расстояние. Тихо, тихо, вот тут вот главное не разбиться. И все окей. Так, тихонько. Какие вот заковырки, ты посмотри, а. О, горючее, а почему? А где горючее-то? А горючее только через 40 метров, ребята. Все, кончилось топливо, к сожалению. Что-то как-то быстро. Собрато 960 монет. Так, итого 20 тысяч мы насобирали. Я могу турбо. Что нам турбо дает? Ускорение, скорее всего. Мне кажется, тут надо качать колеса. Улучшает сцепление с дорогой и передача мощности. Так, у нас есть кристаллы? Есть. Так, магнит, ускоритель. Понятно. Давай здесь тогда еще посмотрим. Крылья, колесный. Готика. Вау. Ребята, мы с вами новый костюмчик открыли. Готика. Лицо фермера. О, такое у нас пускай будет лицо. Во, нормально? Да, вот так вот. Машину я все-таки сделаю синий. О, нормально, чувачок выглядит. Погнали. Иди ты. Смотри, прям по пятам едет. Упс. Да ну, блин, ну. Поехали. Не знаю, может быть, убрать эти все-таки крылья, а? Как бы они и нафиг нам не нужны. В то же время... Ох, как быстро. Тут, слушай, короткая такая дистанция была. Сукамаран. Сукамаран. Сзади там плетется. Но деньги, я так понимаю, зарабатываются только лишь в режиме в том, да, где надо расстояние проезжать. Здесь ты не заработаешь ни шиша. Ох, ё. Фига себе. Но там ускорение во время прыжка сработало, поэтому я так залетел. Мощно. Прекрасно. Так, кубок лесов, пруд. Ну, я первое место получил. Так. Амортизаторы. Слушай, а амортизаторы я не смогу поставить на свой мотоцикл? Нет, это типа не для тебя, да? Амортизаторы прыжков, они вообще где-то в другом месте. Бесплатно прокачать. Так, а металлолом? Слушай, а что у нас с металлолом? Если...
Ага. А металлолом нам для чего нужен вообще? Что мы потом из него сделаем, из этого металлолома? Детали. 34. Скрепер готов. Какой еще скрепер готов? Есть 4 металлолома, да? Они вот здесь что-то для чего-то нужны. Так, чтобы один получить, наверное, нужно 400 металлолома. Я так понимаю, да? Здесь 35. А что это такое? Ускоритель дым. Вот, например, на мою тачку что здесь можно сделать? Так, трактор, супер дизель. А у меня, по-моему, все, что есть, все открыто. Да? Супер дизель. 34 металлолома. Это я взял и разобрал, да, получается? Так нафига мне нужен металлолом? Объясните тогда мне, ребят. Что он мне дает? Я так и не понял. Ладно, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте закончим сегодняшнюю серию. Обязательно увидимся в следующей и продолжим наши гоночки. Так что всем пока и удачи.